Всех приветствую. Дошли у меня руки до своего телеграм-канала. Читаю комментарии, вообще просто отвратительные. Просьба такая. Перестаньте, во-первых, оскорблять Клаву. Перестаньте распускать какие-то сплетни. Первое, наверное, что бы я хотел прокомментировать и сказать, что, как я уже и говорил, с моей стороны никакой измены не было. Ни флирта, ни чего-то лишнего себе никогда не позволял. Надо будет в дальнейшем, возможно, чисто для себя, для своей репутации, я сделаю независимого эксперта, да, то есть пройду хоть и все, что нужно, да, то, что может меня оправдать в этой вообще нелепой ситуации, где, я думаю, Клава сейчас понимает со временем, что это был полный бред. И во всех наших скандалах, которые уже длились очень давно, со всеми этими слухами, сплетнями, все перешло на ссоры, агрессии, потасовки какие-то непонятные. В общем, на те конфликты, которые уже привели к тому, что мы расстались. Плюс действия, да, там с ее стороны, которые для меня принципиально были важны. И просто запомните, что нас больше нет, мы расстались, что я, что она, можем делать все, что угодно. И кто с кем общается, кто с кем проводит время, это сугубо лично каждого считать, кому и когда можно общаться и что-либо делать. На сегодняшний день я, как свободный мужчина, могу себе позволить общение с другими девушками, ездить куда-то, не знаю, общаться вообще просто, напитываться этой позитивной жизнью, и никто не вправе вообще меня судить. Я выбрал тот путь, что не нужно загоняться. Да, я остаюсь часто в мыслях сам собой перед сном, о многом думаю. Многое, что меня не устраивает, что меня беспокоит, но тем не менее, что сделано, то сделано. Выводы каждый для себя определил, но думаю, в дальнейшем, возможно, состоится диалог. Не знаю, нужен ли он нам, но во всяком случае, если по-нормальному как-то расходиться с благодарностью, наверное, да, не знаю. На сегодняшний день ничего сверхъестественного, ужасного себе там не позволяю. Общаюсь, кайфую, наслаждаюсь жизнью. Вот как-то так. Поэтому самое главное, я бы хотел просто вас попросить воздержаться от каких-то оскорблений и от поддержания сплетен, которые вообще не подтвержденные касательно того, с кем я был, с кем я общался. Я полностью чист, совесть моя чиста. За все то время, сколько был с Клавой, я никогда не хотел ее обижать, расстраивать. Только берег, с трепетом относился, с любовью к нашим отношениям. Но не получилось. Такое бывает. Сейчас у нас разные дороги. Поэтому это нужно воспринять вот так. Нормально, по-здоровому, со всей адекватностью, наверное. Всем доброй ночи. Больше новостей из Дома 2 читай на сайте Гест Игра.